меня вопрос. Мы входим в участок, а там стоит, и там мы строим дом. Мы входим в участок с южной стороны, но вход в дом с восточной стороны имеет значение? Имеет значение. Имеет значение. Да. Что главнее, вход в дом или вход в участок? Вход на участок. Вход на участок главнее, чем вход в дом? В данной ситуации, да. Окей, тогда у меня вопрос такой. Люди живут в квартирах. Но вход в квартиры не вначале надо войти в здание. И мы входим в здание. Вход в здание находится на юге, а вход в квартиру находится на севере, к примеру. Да. Главнее вход в здание? Нет, в данной ситуации уже тогда здесь идет индивидуальный же сам жилец, да, его квартира. Потому что в здании мы же не выбираем. Мы не выбираем, да, как, к сожалению. Да, это, да. Потому что многоквартирное, да, какое-то здание. 9 этажей, да. Причем это все подъезды находятся с одной стороны, допустим, да. И все они могут находиться со стороны юга или юго-запада, негативно, верно? Да, да. Но, опять же, они расположены направо, налево, вперед, да, там и так далее. То есть мы должны выбирать ту квартиру, которая находится с какой стороны? Если у нее вход на севере, на северо-востоке или на востоке. Угу. И еще, если вы занимаетесь какой-нибудь торговлей, чтобы было в вашей жизни движение, то северо-запад очень хорош. Вот мы решили поменять место жительства. Mm-hmm. Так, и очень классная там квартира нам попалась. Mm-hmm. Да? Вот, с очень небольшой доплатой она попалась нам, mm-hmm, к тому же. И мы туда въехали. И вот у нас что-то не получается, в том числе торговля. Это означает, что у нас не получается, потому что вход в эту квартиру с запада? Нет, да. Или с юго-запада? Вход в эту квартиру, скорее всего, что у вас либо на юге, либо на юго-востоке, либо на юго-западе. Но еще очень... А судов у вас там нет? Вот если у вас суды, то это точно у вас на западе. Нет, как вот, очень часто ко мне люди обращаются. В здании, где находится? Нет, суд? Именно в вашу квартиру. Почему-то все люди, которые ко мне обращаются, очень много людей ко мне обращаются. Первое, что они говорят, у нас столько судов, мы уже замучились судиться, у нас наша жизнь превратилась в кошмар. И когда я прихожу и начинаю проверять эту квартиру, первое, что обнаруживается, что у них входная дверь в западном секторе. Ну, понятно. То есть это лишнее подтверждение того, что как бы не совсем нежелательно жить в квартире, которая находится в западном и юго-западном секторе, правильно? А входная группа, вход. Вход в квартиру. Вход. Хорошо, а скажите, почему, еще раз, почему именно эти сектора считаются негативными? Вы знаете, это по законам Васту, это основывается на таких законах, на науке Джотис. Дело в том, что это планеты. И, допустим, на Западе это планета Сатурн, достаточно суровая, аскетичная планета, поэтому считается, что если вдруг, то есть сам Сатурн считает, что... Ну, Сатурн не Запад вообще-то. Западный сектор. Западный сектор. Западный сектор. Сатурн, угу, западный сектор. И если человек вдруг нарушал что-то в жизни, то Сатурн всегда очень сильно наказывает жильцов дома. Угу. Юго-западный сектор – это планета Раху, и это демонические там планеты находятся. И южный сектор – это планета Марс, это очень агрессивная, воинственная планета. И вот именно отталкиваясь от этого, потому что вся наука основана, именно базируется на планетах, на полубогах, именно из-за этого считается, что эти сектора крайне неблагоприятны для входа в дом.